Привет, дорогие друзья и подписчики нашего канала! Вы думаете, я на утренней пробежке? Нет, я в спортивном костюме, потому что мы приехали на наш проект Elite Life Residence Арбат 3. Почему? Потому что мы пойдем на котлован и снимем все для вас, чтобы вы не задавали вопросы. А сейчас, Никита, дай мне каску. Поехали туда и все увидим своими глазами. Увидимся там. Ну, как видите, мы пришли на котлован, здесь грязно, я туда не полезу. Но, Никита, ты туда полезешь и снимешь все для наших клиентов, чтобы было все видно. Что хочу сказать, сделано усиление грунта, 328 свай, глубиной 12 метров, толщиной 80 сантиметров для усиления фундамента. Здесь будет один блок, в котором будет 14 этажей, на каждом этаже 7 квартир, 3 квартиры 2 плюс 1 и 4 квартиры 1 плюс 1. Хочу напомнить, что здесь будет большая-большая планировка, большой метраж. Квартиры 2 плюс 1 – 140 квадратных метров брутто, квартиры 1 плюс 1 – 85 квадратных метров брутто. Большие балконы, 13 квадратных метров, отдельная комната, застеклили, и вам кайфуете, там завтракаете либо обедаете. Вообще в Турции жизнь проходит в основном на балконах, поэтому большой балкон – это важно. Еще хочу добавить, что в нашем комплексе будут отдельные балконы, такие называемые технические балконы, где будут выводы ваших кондиционеров. У вас не будет на балконе жужжать и напоминать о том, что вам дискомфортно или еще что-то. Это очень важно. Мы работаем для вас и мы стараемся для вас. Также будет квартиры 2 плюс 1 иметь свою парковку, крытую парковку, считывание лица, считывание номерных знаков, в общем, полный фул. Я вам еще раз советую обратить внимание на этот проект. Таких планировок, как у нас, уже не строят. Также добавляем по инфраструктуре. Сауна, джакузи, классный фитнес-зал. Я вам хочу сказать, это очень важно, потому что сейчас я живу в комплексе, в котором нет фитнес-зала, я плачу дополнительные деньги, и это немалые деньги для того, чтобы пойти и заниматься фитнесом. А у нас будет свой и бесплатный бассейн, аквапарк, детский бассейн, детская площадка игровая, баскетбольная. Так как у всех будет классный комплекс, и еще хочу сказать опять о качестве наших материалов. То, что делает Арбат, то, что делает Асымбей, это всегда качество. А сейчас пойдемте в наш офис продаж, там уже почти готов шоурум, и посмотрим, как там дела. И вот мы находимся уже сейчас с вами в шоуруме, который почти готов. Вы видите, в каком исполнении будет кухня. Замечательная, красивая кухня. У нас сделана в ореховом цвете, красивая столешница. Вот, если вы посмотрите, с доводчиками у нас шкафы. И в подарок идет встроенная техника кухонная фирмы Siemens. Вытяжка, плита и духовка. Это в подарок идет от нас каждому, кто приобретет квартиру в Elite Life Residence Арбат 3. Также хочу обратить ваше внимание, в каком исполнении будут молдинг, стены. Посмотрите, какая красота. И вот эти вот деревянные панели, о которых мы говорим, тоже видно, будет в зале и будет у нас в спальной комнате. Дальше спальная комната, пройдемте туда, я вам тоже покажу. В спальной комнате также будут деревянные панели и видно, какой красоты у нас шкаф. Шкаф идет до потолка, где вы можете разместить все ваши вещи. Ламинат 32 класса, тоже высокого качества. Посмотрите, какой красивый ореховый цвет. Также при входе у нас встроенный шкаф и санузел с полностью со всей инфраструктурой. Мойка, туалет, душевая кабина. Все высокого качества, как мы вам и обещали. Это видео мы готовим для наших клиентов, которые уже приобрели недвижимость в этом комплексе. Также для тех, кто интересуется, очень активно спрашивают. На самом деле все очень быстро строится. И я вам хочу сказать, что если вы хотите дополнительную информацию по квартирам, которые остались в этом комплексе, пишите на телефон, который указан здесь, и мы ответим на все детальные вопросы о качестве, о планировках, о рассрочках и о том, какая погода в Мерсине. Мы вас ждем, Арбат 3, Elite Life Residence. С вами была Оксана, ждем вас в Мерсине. Пока-пока!